Лобне организовано 34 избирательных участка. В списке избирателей включено более 57 тысяч человек. Но цифра плавающая, как нам объяснили, в территориальной избирательной комиссии, потому что голосовать приходят и по открепительным талонам. И таких немало. За эти два часа уже 12 человек. Эти переносные чемоданчики тоже выполняют роль избирательных урн, но для тех, кто по причине болезни не сможет прийти на избирательные участки. Формируется комиссия для выезда, для голосования вне помещения. У нас заявление на дому 24. Мы принимаем заявку для голосования на дому до 16:00. В гости члены избирательной комиссии и наблюдатели идут не с пустыми руками. Карты города Лобня и справочники с телефонными номерами. Ну а те, кто на участке приходит сам, своими товарами, мягкими, ароматными, красивыми и сладкими, радуют лобнинские коробейники. Обстановка на участках, как сообщают наблюдатели, спокойная. Нормально. Хорошо идет. Да, пока все спокойно, пока все хорошо. Наша телекомпания сегодня работает для вас. Все, что успеют увидеть наши корреспонденты, можно посмотреть не только в информационных выпусках ТРК «Лобня», но и на сайте ТРК «Лобня» ВКонтакте. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков или программа «Акцент».